байкеры, байкеры. У кого не спрашиваю, все говорят, что это брутальные, хамьеватые братаны, которые приезжают в кожаных куртках, гоняют на мотоциклах, начисляют и по вечерам дебоширят. Чё-то я сомневаюсь, что это все заслуги байкеров и все их характеристики. Очень захотелось взглянуть на их мир и их жизнь изнутри. И вот мы на байкслете. С Бодуна мы почули наказ. Про набой забыл кто-то из нас. Ледь живий наш літак, з двигуном щось не так. Все одно ми гукнем от винта. Хай там як, а наш літак. Мы мотоклуб «Лифтурай». Пришла на запах. Что варим? Уху. Кто попался? Ловили и поймали такую рыбку. Вкусную. Суп не с топора. Ну, топор на всякий случай вон лежит. Топор есть. Мало ли чего-нибудь не хватает, мы добавим. Вот говорят, что уха – это хорошо, вот, чтобы попохмелиться с утра. Есть такое или нет? Ну, как бы и да. Это, конечно, осаживает хорошо. Аромат байкерского утра. Это обычный автомобильный диск с пуль. Сделано кольцо, ага. Его немножко так добавили. Полочки. И тянули с Солигорска этот казан с собой? Хороша, хороша. Первый. Тут рыбы больше, чем всего остального. Цибулю ложить. Кто первый тестирует? Ну, вы. Мы? Байкеры у нас за здоровый образ жизни. Они специально не досаливают. За Лифтурай. На такие вот фестивали люди приезжают зачем? Вот в первую очередь. Мы уже не молодые. Проехать такое расстояние, почувствовать, что ты еще что-то можешь. Потом отдохнуть с такими же, как ты. Где-то и выпить, где-то и потанцевать, выспаться в палатке. Без ванны, без душа, без всего. Без цивилизации. Да, без цивилизации, без интернета, без телевизора даже. И вернуться домой. Как ваше утро, Николай? Кстати, на ваш день стал миллионером. Как приятно проснуться в стране миллионеров. Что для этого нужно было сделать? 5000 российских рублей отнести в ваш банк и получить миллионы. Такой кайф просто. И поляна сегодня напряженная. Это очень все такое душевное, реальная расслабуха. Байкеры, они в основном у простого люда, такого как я, ассоциируются с чем? Они грубые, такие мрачные, да, сами по себе. Мы такие. Вот. Может быть, со стороны видно там брутальные, там грозные и так далее. В душе все равно все люди. У каждого есть слабости. Это очень добрые люди. Это очень добрые люди. И наивные. Да, конечно, стереотипы, они накладывают свой отпечаток на жизнь байкера. Фильмы американские, как-то они построили эту идеологию. Кто у вас тут умер, ребята? Это кто? Уже начинает выстраиваться колонна из байков, которая очень скоро двинется на Брест. Это просто будет сердце разрываться, говорится, на части. Вся эта колонна, тысячи мотоциклов. Сначала выстраиваются клубы. Если организатор, например, Golden Club Беларусь, то есть получается, они первые идут, там, например, мы там вторые идем. И также скапливается народ по клубам. Вот. А уже все, которые как бы одиночки, они уже сзади стоят, как бы двигаются, им есть куда стремиться.
как бы там ни старались или как ни боролись с этим, все равно не соблюдают как бы, ну, движение колонны, как бы правила колонны, и начинают лезть, подстраиваться, перестраиваться. Всегда можно приехать, расставиться здесь колонну, хорошо дружно выехать, нежели там стоять где-то на дороге, а потом уже вклиниваться в эту колонну и начинают мешать друг другу. Ребята ехали передо мной и начали там фотосессию устроили, было неуютно ехать. Когда от себя начинает пороть, это не очень хорошо, не очень правильно.